Что нужно для счастья? У каждого человека свои представления о счастье. Но чтобы почувствовать себя абсолютно счастливым, достаточно периодически устраивать себе отдых, который не должен сводиться к поездкам на дачу. Почему бы не поехать к морю? Ведь курортный отдых является самым плодотворным, потому что отличается разнообразием. К примеру, можно вволю позагорать и покупаться, покататься на яхте, осмотреть достопримечательности, посетить какое-нибудь мероприятие и просто погулять по набережной. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.